Так, привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Вот мы опять на море сегодня. Вот лед идет полным ходом. Остатки он уже навигатор идет, открывает. Друзья наши. Да, посмотрим. Тут люди рыбачат уже на хапушке. Сейчас вам кратенько покажу, как это делается. Ой. Вот ребята рыбачат на хапугу хлопок с берега. Там балбера не видно отсюда. Ну, если вытащит, посмотрим. Ну, поперли. Сколько льда, блин. Вон балбера по хапушке. О! Вот хапугу достает сейчас. Ничего не попало. Неудачно забросил и вернулась. Ну и вместе. Все, забросил. В воде она разлаживается. Все, подправил. Попуга спала. Были балберы и просто держит за леску как на закидушку. Рыбачки вон рыбачат снизу на просто круглые хапуги. Обалдеть. И да, прет. Как на горной речке течение прет. Вот так вот ловят на круглые хапуги. На палках опускают ее в воду. Вон она лежит. Вижу, когда клюнет кто-нибудь. Одинокие рыбачки, паука сматывают, ничего не ловится. А дядька сидит, машет что-то на лодке. На хапушке, на круглой. Видите, как опускают их в палки просто и все. Вот здесь вот улова крутит, здесь здоровая яма. Тут ловят, будут ловить попозже сазана. Здоровые сазаны попадаются, там, 15-20 килограмм. Вот в этой яме именно. Но это мы маленько попозже вернемся, еще когда будет ловиться, и покажу вам рыбалочку. Вот мост, где мы тут рыбачим сюда, а вон город. 15 минут на машине, так, такой домашний водоем, типа магазина. Нужна рыба, пришел, поймал. Рыбаков пока здесь немного. Но когда будет, маленько спадет этот вот весь уровень воды, рыбаков здесь будет полно. Будут ловить рыбу все. Ну, пока вот так.